Всем доброго дня. Сегодня 4 января. Приехал покормить Мусю и оформить заказ на теплице. Что вам сегодня? Сегодня я буду рассказывать про дачник 3М. Как мы видим, нас завалило снегом немножко. Выйдем на работу, почистим. Ничего сложного нет. Идем, значит, смотреть датчик 3М на образце буду показывать. Обратите внимание, значит. Так, встану. Ширина теплицы 3 метра, и у него получается скошенные стены и высота 2,30. Общая. Где-нибудь в сторонку отойду. Немножко. Вот, если вот так вот видно. У него сейчас обрамление идет торцов высотой, даже уголком. Видите? Перелив такой же, как у легенды. То есть мы сделали легенду. Видите? Переливчик идет. Она сейчас изготавливается только из двух видов трубы 20 на 40 и 20 на 20. То есть прогонная часть 20 на 20, арки 20 на 40, торцы из 20 на 20. В торцах только 20 на 40 это проем дверной под новые наши двери. В чем преимущество, конечно? Ну, если вот сбоку посмотреть, она а-ля легенда, цена. Конечно, цена немножечко дешевле, чем у легенды, не немножечко, а дешевле. И форма вот такая, если можно показать, увидеть, видите? То, что стена, видите, более прямая участок. И высота 2,30. Соответствующая покраска вся полимерно-порошковая, изготовлена из оцинкованной трубы. Но самое то, что плюс, это сделали узел, как на легендах, на павильонах. То есть прогон, поликарбонат и перелив. Сверху опять поликарбонат. То есть вот такой узел красивый. Вот он, видите, идет. Закрывает ни щелей, ничего нет, опорная часть. То есть все отлично. И смотрите, сколько снега. Специально не убираем, сколько лежит снега. Это метровый. Арка без торца. Обратите внимание, тут нету торца. То есть если был бы торец, она была бы еще мощнее. Вот специально снег не убираем. Вот чуть-чуть, видите, прогнулась. Но снег лежит, и это без торца. Поэтому такая мощная конструкция. Длина любая. Также можем под заказ сделать и вообще с прямой стенкой, то есть у нее 25, вылет 25, то есть можно прямую стенку сделать. Иногда заказывают под заказ, цена такая же, но будет 2,5 метра шириной. И дешевле, чем легенда 2,5. То есть вариантов придумать можно много. Вот так вот. Так что заказывайте, приезжайте, мы работаем. Работаем и онлайн, работаем и по телефону. Заказы принял, также приехал, как сегодня, по согласованию. Приехал, оформил заказ. Наелась Муська. Поэтому все отлично. Жизнь прекрасна. Вот такая вот